Бизнесмены города присоединились к Всероссийскому субботнику. Более 60 предпринимателей, среди которых активные бизнесмены, члены Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе Артемовского городского округа, сотрудники группы компаний «Восток Резортс», представители и сотрудники ИРК «Приморье» и сотрудники корпорации развития Приморского края вышли на субботник на территорию пляжа Амбабозы. Активисты собрали около 50 мешков мусора, а после для удобства жителей установили на территории пляжа лавочки для теплых встреч и бесед у моря. Инициатором уборки стал Амба-пляж.